Исторический центр Самары делают комфортным. В Самарском районе преображают 4 двора. Один из них на улице Чапаевская, 67. Местные жители вспоминают, раньше здесь царил хаос. Бардак был, конечно, вот здесь лужа была страшная. В общем, ну ничего хорошего. Гулять детям, ну скажем, практически было негде. Сложно представить, но вскоре здесь появится современная детская площадка. Обустроят и зону отдыха для взрослых. Высадят новые деревья, установят лавочки, ограждения и урны. Все это благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. На Ленинградской 83 и Алексея Толстого 29 обновление тоже идет в плановом режиме. Восстанавливают асфальт, чистят ливневки и поднимают колодцы. Стелят травмобезопасное покрытие и спиливают старые ветки деревьев. Ход работ на контроле у районных властей. Все проекты перед благоустройством проходят этапы обсуждения, внесения предложений и голосования. Без учета мнения жителей они не утверждаются. Поэтому жильцам домов необходимо активно участвовать, предлагать то, что они хотят видеть. Безусловно, все сделано с пожеланий людей, с пожеланий жителей этого двора или тех трех дворов, которые еще благоустраиваются. В Самарском районе реализуется также городская программа «Конструктор твоего двора». По нему сейчас ремонтируется 13 территорий. Работы уже на стадии завершения. К концу этой недели планируется сдать последний двор. Мэрия Елчан, Григорий Плешаков. События. Забор точно поставить? Да, вот забор. Теперь